В районе продолжаются детские новогодние представления. Очередной праздничный спектакль при участии Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев прошел в Доме культуры станицы Северской. Перед началом спектакля глава Северского сельского поселения Андрей Дорошевский поздравил всех присутствующих с наступающими праздниками. Я желаю вам, чтобы все ваши мечты сбылись в новом году. Желаю вам любви, благополучия, успехов. И чтобы все ваши заветные мечты исполнились. С новым наступающим 2020 годом. Поздравляем вас. Новый год – это не только семейный праздник, время чудес и исполнения желаний, но и возможность показать собственный талант. Выступление на елке – хорошая возможность для дебютного выступления юного артиста. Праздничное представление вдвойне интереснее, если в нем можно участвовать самим зрителям. Они с удовольствием участвовали в конкурсах, играх и, конечно, в новогоднем хороводе. В финале всем маленьким гостям Дед Мороз вручил сладкие подарки, которые подготовила для них администрация Северского сельского поселения.